Добрый день, друзья! Мы вновь на канале «Народные традиции». Илья, ты пока можешь насыпать сахар, а я расскажу, о чем вообще разговор. Мы, как выяснили сегодня, мы ленивцы, да? Мы хотим сделать по-ленивому сахарную брагу. Как известно, скоро Новый год. Нам нужно делать настойки новогодние. О них мы вам расскажем, покажем чуть позже. А сейчас пока поставим, соответственно, для этого брагу. У нас 16 килограмм сахара. Мы его сейчас развесим на две емкости, зальем горячей водой. Горячая вода просто из-под крана, не надо париться. У меня, к сожалению, вода, или к радости, вода 41 градус, у Ильи где-то 60. Где-то 60. Но это нас не останавливает. Это на самом деле. Нас вообще ничего не останавливает, да. На меньше возни с охлаждением будет. И тогда продолжим. Так, друзья, за это время мы насыпали по 8 килограмм сахара в каждую бродильную емкость, налили 25 литров воды, что в итоге получился гидромодуль примерно 1 к 3. Сейчас Илья расскажет, что он будет с этим совсем делать. Я же просто коротенько хочу сказать, что все это мы сейчас делаем для того, чтобы вместе с вами немножко позже сделать вот эти чудные новогодние настойки. Вот. А делать мы сейчас будем брагу на этих вот дрожжах. Будем устраивать небольшой стресс-тест, потому что гидромодуль достаточно такой 1 к 3. Серьезный. Серьезный, да. Ну, вот. У нас тут турбодрожжи хмельные. Российского производства. И Алкотек, да, турбо 48. Итак, опять же, для того, чтобы вам просто именно сравнение показать, как они работают, чтобы у вас там было предпочтение, но никогда не забывайте, да? Все, что мы показываем, это наше субъективное мнение. Есть огромное количество различных факторов, которые будут в процессе брожения участвовать, то есть может пойти что-то не так. Никогда не нужно ориентироваться на кого-то, то есть всегда сами экспериментируйте, это самая главная основа. Значит, сейчас самая главная задача – это размешать сахар в уже теплой, даже не горячей воде. Но, ну, как вы знаете, мы лентяи, вот у нас самое удобное подручное средство сейчас будем мешать. Да, да. То есть, ну, Дмитрий, как обычно, руками хотел все делать, я его вот говорил. Итак, приступаем. Итак, друзья, мы сахар растворили в воде, то есть самое главное, чего нужно было добиться, мы добились. Сейчас наступает очередь внесения дрожжей. Здесь очень важный момент, да, у каждой дрожжей, если мы на этикетку посмотрим, Дмитрий, вы можете взять, посмотреть, да, ради интереса, отличается по температуре внесения или нет. По личному опыту, несмотря на то, что есть определенные указания от производителя, при какой температуре вносить, турбодрожжами я пользуюсь довольно-таки давно и, в принципе, вносил даже при температуре 35 градусов Цельсия. Кто-то рекомендует температуру ниже, кто-то при такой температуре. 35 вносил, все было хорошо. Вот сейчас как раз температура у нас 35,6. Смысла не вижу дальше ждать. Чтобы температура понижалась, мы сейчас начнем просто внесение дрожжей. Да, но не забывайте, вот на самом деле температура 35 и 40, она на самом деле, казалось бы, по цифрам очень близко находится, но для дрожжей это при 40, скорее всего, будет смерть на самом деле. Плотность. Поэтому, да, самый важный момент. Давайте замерим плотность. Да, давайте замерим плотность. То есть пару слов буквально сейчас скажем о чем. На самом деле не очень актуально мерить именно при такой температуре, но все же просто интересно. То есть плотность у нас в районе 25%. Конечно, прибор рассчитан на то, чтобы показывать правильное значение при температуре 20 градусов Цельсия. Но на самом деле для сахарной браги это прям плюс-минус. То есть, ну, пятеркой больше, пятеркой меньше, это на самом деле не совсем актуально. Просто дело в том, что мы изначально понимаем, что у нас гидромодуль 1 к 3,
то есть там будет приличное количество алкоголя, и главная у нас задача стоит все-таки, чтобы дрожжи на самом деле отработали у нас до конца. То есть для этого ареометром с хромером необходимо пользоваться. Но это как раз-таки будет после того, когда процесс брожения мы будем считать, что он завершится. Итак, берем, значит, дрожжи. Напомню, то есть это дрожжи иностранного производства. Тоже очень многие вопросы задают, как все-таки вносить дрожжи. Я пришел к такому выводу, что либо мы сейчас вот момент не удалось заснять, да, когда завершаем процесс размешивания, получается некая воронка, и я прямо эти дрожжи на воронку рассыпаю, и они, в принципе, сами по себе в течение какого-то времени размешиваются. Какие ошибки здесь могут быть? Когда мы просто берем и плюхаем дрожжи, и они комом вываливаются. То есть мы можем посмотреть, примерно то же самое произошло именно в самый последний момент. Чем это чревато, как бы вот этот процесс, когда мы комом замешиваем? То, что снаружи оболочки, они начнут работать, активироваться, но будет образовываться комок. И вот этот комок, который будет растворяться уже в конце, когда мы уже, условно говоря, закрываем крышку, и он начнет работать позднее, может пойти эффект теста. То есть не активное пенообразование, а сами дрожжи начнут просто подниматься, и там гидрозатвор забьет, или крышку выбьет, да, разные моменты бывали. То есть наша главная задача, чтобы дрожжи у нас работали, но эффекта теста у нас просто не было. Ну, чтобы брак потом с пола просто не собирать. То есть не аккуратно, да, аккуратно рассыпаем по поверхности. Сейчас мы позднее, да даже сейчас вот можно посмотреть, уже наблюдаем процесс. Они у нас начинают работать, растворяться. И буквально 5-10 минут мы их активно еще раз перемешаем и накроем крышкой. Разбраживание в данном случае бессмысленно. На самом деле, тут все дело личного опыта, честно я скажу. Что касается крыши, гидрозатворов, делайте как хотите, делайте как вам нравится. Да? Я на самом деле приверженец, скажем так, бродить без гидрозатвора. Накрывать крышкой, да, действительно накрываю, просто если к Новому году готовишься, там не две емкости, а четыре, может быть, побольше. Чтобы активное выделение углекислого газа не происходило, там просто уже на кухне задыхаться начинаешь, накрываешь крышкой и открываешь форточку. Там просто немножко минимизировать этот момент нужно. Очень многие ошибаются, думая, что если мы одеваем крышку с гидрозатвором, мы минимизируем выделение углекислого газа. Ну, именно, скажем так, не тот объем, который он выделяет, при котором он выделяется, да, а именно запах. Они пытаются минимизировать запах, устанавливая гидрозатвор. На самом деле, всем ради примера привожу эффект кальяна. Не работает. Не работает, так не работает, да. Если совсем критично, и опять же подсказка, если вы хотите избавиться от запаха брожения, вот углекислого газа, там, да, жены ругаются или дети малые, не хочется, чтобы дома это происходило, самый верный способ: одеваем крышку, устанавливаем самый там элементарный шланг ПВХ, и либо в форточку, либо в вытяжку. На самом деле методы рабочие, и людям, когда советовал, как бы благодарили за этот момент, потому что очень долгое время искали выход, как избавиться от запаха. Собственно говоря, на этом все. Ждем эффект, как бы поднятие, скажем так, этого самого теста, когда дрожжи начнут работать, и еще раз перемешаем. Сахарная брага у нас уже начала работать, точнее дрожжи на сахарной браге. Мы можем наблюдать выделение уже углекислого газа, образование пузырьков. Для чего необходимо сейчас именно ее перемешать, именно в этот момент? Потому что дрожжи поднимаются, наступает эффект теста. И если мы сейчас процесс размешивания не произведем, просто они выпрыгнут. Никому не хочется потом дрожжи с пола собирать. Поэтому сейчас необходимо все это перемешать. Ну, по сути, мы закончили процесс постановки сахарной браги. Дальше, пожалуйста, по желанию. Хотите, закрывайте крышкой, просто прикрывайте, ставьте гидрозатвор. Кто-то вообще использует активный способ брожения, открытый способ брожения.
Кому как нравится. Самые главные вопросы задают, скиснет ли сахарный брак. Ну, честно, тут не вдаваясь в подробности, не утверждая, на моем личном опыте скисания сахарной браги никогда у меня не было. Поэтому каждый делает так, как он хочет. Друзья, если это видео было вам полезным, ставьте лайки. И обязательно пишите в комментариях любые свои вопросы, мы постараемся на все на них ответить, потому что мы сами через это, через все проходили, мы понимаем, что каждый момент, каждый шаг нам интересен, и ну, просто спрашивайте, не стесняйтесь. Всего хорошего и только добрых традиций. До свидания, друзья!